Господа, это время трамваев, и я приветствую вас. И сегодня речь пойдет о трамвайном вагоне модели 71-623-02, но также я расскажу и о некоторых его отличиях от 71-631. Итак, приступим. «71-631-02» – это шестиосный пассажирский вагон модельного ряда низкопольных трамваев для двунаправленного движения. Производство Усть-Катавского вагоностроительного завода. Данная модель была разработана и запущена в производство в 2011 году на базе вагона 71-623, обзор которого уже есть на канале. Трамвайный вагон является на 72% низкопольным. Состоит из трех секций, имеет 6 осей, двуосные моторные тележки, средняя тележка неповоротная. Трамвай оборудован тяговым асинхронным приводом. В салоне предусмотрены широкие дверные проемы и просторные накопительные площадки в низкопольной части вагона, что позволяет увеличить скорость посадки и высадки и создает комфортные условия для пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями. Также в салоне установлена комплексная цифровая информационная система, включающая информатор, громкоговорящую связь, маршрутные указатели, информационное табло в виде бегущей строки. Вагон укомплектован навигационным оборудованием ГЛОНАСС. Рабочее место водителя разработано в соответствии с эргономическими требованиями ЕЭК ООН. В пассажирском салоне установлены электрокалориферные отопители, а встроенная система диагностики оборудования позволяет оперативно контролировать работоспособность всех узлов с учетом обеспечения безопасности и удобства управления и обслуживания трамвая. Так в чем же разница между 71-630 3102 и просто 71-631. А в том, что 71-631 это односторонний вагон, то есть с одной кабиной. Он имеет 6 дверей, расположенных по правой стороне, из которых 4 двухстворчатые и 2 одностворчатые. А 71-631-02 это двухсторонний вагон с двумя кабинами соответственно. Вагон имеет 8 дверей, расположенных симметрично по обеим сторонам, из которых 4 двустворчатые и 4 одностворчатые. По состоянию на сегодня, вагоны серии 71-631 эксплуатируются в Санкт-Петербурге и Даугавпилсе. Ранее один вагон находился на испытаниях в Челябинске. Вы смотрели обзор трамвая КТН-31. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. До встречи!